Thank you.
she did. You better get the mic. Oh, yeah. Различных видах йоги. Прежде всего, посмотрите на этот пример. Ребенок, мать готовят. Что делаете вы? То есть она, девочка видит, что мама готовит, и я тоже хочу готовить. То есть ребенок хочет помогать в готовке, либо хочет готовить независимо. Это подобно нам с вами. Мы любим быть независимыми от Кришны. И ребенок тоже, он хочет готовить, но хочет, чтобы ему никто не мешал готовить сам. И вот мать, чтобы как-то увлечь ребенка, чтобы он почувствовал, что он готовит сам, она покупает ему игрушечную посуду и печку. Слева вы видите настоящую пароварку, какие-то там кастрюльки, а справа все то же самое, но только игрушечное. Будете ли вы кушать то, что ребенок приготовит там? Я думаю, много вы этого не съедите. Независимая вот такая игра в повара, это подобно нам, когда мы находимся в материальном мире. И после того, как ребенок наигрался в повара, ему теперь хочется кушать по-настоящему. И теперь мама делится тем, что она приготовила по-настоящему. То есть то, что приготовил ребенок, когда он игрался, это невозможно есть, ему теперь надо где-то покушать, поскольку это все игрушечное. Это подобно нашему положению в материальном мире. Мы с вами подобны этим детям, которые пытаются играть в независимого повара. Мы пытаемся наслаждаться, но ничего реального из этого не выходит. Так, подобным же образом материальный мир — это игрушечный мир, можно так сказать, созданный Богом для тех душ, которые хотят действовать независимо, хотят копировать Бога. И поэтому человеку следует остановиться в своей игрушечной игре в повара и присоединиться к настоящему приготовлению. Чем скорее, тем лучше. И это то, что вы здесь видите, это слово означает причину нашего пребывания в материальном мире. Мы находимся здесь, поскольку у нас есть карма. Мы рождаемся в теле определенного типа вследствие наших предыдущих действий, то есть в результате действия кармы. Карма также помещает нас в определенные ситуации. По карме мы получаем определенное тело, определенную семью, определенный город, где мы живем. А карма зависит, в свою очередь, от гун природы. То есть это закон природы. Не следует думать, будто что-то в жизни происходит случайно. Действует закон поступков и последствий за эти поступки. Можно видеть на этих трех картинках. Сначала человек, пахарь, сажает семена, потом культивирует их и в конце собирает урожай. Сложно ожидать, что если вы садите рис, вы наоборот пшеницу, то у вас в конце рис вырастет. Если вы посеете вначале бобы, то вряд ли у вас в конце будет урожай дынь. То есть мы получаем тот результат, который заложили в начале своей деятельности. Этот принцип лежит в основе всех цивилизаций мира. Этот принцип также описан в Библии, в христианской. Что посеешь, то и пожнешь. Даже в Китае, где не верят в Бога, тем не менее знают об этом законе кармы. Китайцы знают, поступишь хорошо, получишь хороший результат. Будешь действовать плохо, такие же плоды и получишь. И, конечно же, в Индии тем более закон кармы очень известен. То есть действуешь правильно, хорошая карма, будет хороший результат пуния. Плохая карма, будет плохой результат. Это все происходит не случайно. То есть карма связана с душой, не с телом. Смысл этого утверждения в том, что когда мы оставляем тело, вместе с этим карма не остается. Она следует за душой, и в результате кармы душа получает новое тело. И до тех пор, пока у нас остается карма, мы будем получать материальные тела. Поэтому мы, как преданные, должны стараться освободиться от действия кармы. Это картинка из Бхагавад-гиты, где наглядно показан процесс кармы. На левой верхней картинке, посмотрите, там изображен человек, который любит разрезать плоть, готовить ее, есть это мясо. В следующей жизни по закону кармы он получает тело тигра, чтобы наслаждаться таким образом. На правой верхней картинке изображен человек, который все что угодно, где угодно, как угодно, не разбираясь. И вследствие этого он получает по закону кармы тело свиньи. В Ведах описываются люди, которые очень греховные, те, кто едят собак, но еще хуже те, кто едят змей.
На левой нижней картинке посмотрите, там изображен медведь. В России очень хорошо знают медведей, особенно на Камчатке. Это, можно сказать, земля медведей. Те, кто любят вот так спать беспробудно, потом по закону кармы они превращаются в медведей. Те же, кто любит обнажать свое тело, по закону кармы становятся деревьями, которые стоят обнаженными. Таковы кармические последствия. А иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми, известная поговорка. И смысл этого, ответ на этот вопрос в том, что последствия приходят с прошлого. Видите, здесь дети, и может возникнуть вопрос, что же натворили эти юные создания, что им приходится так страдать. Но это все происходит вследствие их прошлых греховных поступков. Мы, конечно же, людям так прямо не говорим, поскольку это будет тяжело им слышать. Однажды в Англии управляющий одной из футбольной команды, он в интервью высказался, что он сказал, что люди, те, которые получили увечья, они заработали именно вследствие кармы. На него тут же отреагировали жестко, сказали, ты не можешь быть управляющим этой команды, все, ты уволен. То есть люди так реагируют на такие высказывания. Поэтому иногда нужно быть очень внимательным, когда мы какие-то истины открываем людям. Незнание закона не освобождает от ответственности. А ребенок не знает, что огонь не жгется. Но если ребенок поместит руку в огонь, огонь его обожжет, тем не менее. А можно сказать, но я не знал, но это не значит, что теперь ты не будешь страдать. Есть одна история из священных писаний про мудреца Мандука Муни. Мандука Муни жил в пещере. Он жил в пещере в том месте, где было очень много преступников. И однажды эти преступники укрылись либо в той же пещере, либо неподалеку от нее. И слуги царя, которые отлавливали этих преступников, они схватили также и Мандука Муни вместе с этими преступниками. И приговорили его к смерти вместе с ними. И в том государстве, в те времена, они, когда объявлялась смертная казнь преступников, и преступникам их не вешали, а сажали на кол. И Мандука Муни также приговорили к такой смерти, как и этих преступников. Но в последний момент царь узнал, что в его тюрьме содержится великий святой, мудрец. Он сам лично пришел в темницу, освободил мудреца и принес ему извинения. Мандука Муни простил царя, но отправился к Ямараджу и задал вопрос, почему такое случилось со мной. И Ямарадж сказал, что когда ты был маленьким мальчиком, видите, вот как на этой картинке, то ты однажды острой лучинкой, острой такой травинкой проткнул насекомое. И вот теперь пришел результат тебе за этот поступок. Тебя чуть не убили таким же образом. И Мандука Муни был, у него возникли претензии к такому приговору Ямараджа. И тогда он проклял Ямараджа стать шудрой. И так родился Видура, который принял участие в играх Кришны. Итак, сейчас вы видите надпись «Разные виды кармы». Итак, карма бывает трех видов. Если мы следуем ведическим предписаниям, если наша деятельность благочестива, то тогда эта карма приносит положительные плоды. Да, карма приносит положительные плоды. Если же мы живем греховно, то есть употребляем мясо, интоксикации, ведем жизнь, связанную с азартными играми или незаконными половыми отношениями, то такая жизнь греховна и приводит к негативным последствиям. Есть также третий вид кармы, называемый акарма, когда последствий вообще не приходит. Это в том случае, если мы действуем или с преданностью к Богу, или без привязанности. Кришна объясняет Арджуне этот момент в Бхагавадгите. Если ты будешь сражаться и не будешь зависеть от результата этого сражения, то ты не навлечешь на себя последствий. В Бхагавадгите, говоря о карме, Кришна также описывает время. Это один из пяти основных объектов, обсуждаемых в Бхагавадгите. Благодаря влиянию времени, пракрити или материальная энергия претерпевает изменения. Как, например, живое тело становится старым. Не только на самом деле живые тела, даже здания становятся, подвергаются разрушению. Если у вас есть машина, она также изнашивается.
вы тратите большие деньги, покупаете новые автомобили, и уже через несколько лет он становится совершенно изношенным. То есть это все, касается всего, здесь нет ничего, чтобы не претерпевало изменений. Таково влияние времени. Кришна говорит в 11 главе Бхагавад-гиты: «Я есть время, великий разрушитель миров». И так Кришна приходит в форме времени, чтобы все разрушить. Время очень ценно. Шрила Прабхупада очень часто цитировал высказывание Чинаки Пандита. «Вы можете купить золото, но вы не сможете купить даже единицу времени. Даже одну секунду потраченную вы не сможете вернуть обратно». Это различные разделы, это различные виды деления времени. Секунды, минута, час, часы, дни. То есть время постоянно двигается, оно не стоит на месте. То есть время движется, причем движется в одном направлении. Это значит, что мы не можем повернуть время вспять. Время двигается подобно стреле. В Китае есть поговорка, что так же, как вы не можете видеть движение стрелы, вы не можете видеть движение времени. Оно двигается незаметно, но это незаметность лишь потому, что оно двигается очень быстро. Я не знаю, как у вас в России, но на Западе очень часто говорят людям, которые дурью маются: «Зачем ты убиваешь время?» Выражение «убивать время». Это особенно касается преданных. Преданные тем более не должны убивать время. Нам настолько его не хватает, оно настолько ценно. Нужно сделать столько служения для Кришны и Прабхупады, что у нас этого времени даже не хватает. Поэтому нам нужно учиться лучшему применению времени. А сейчас мы поговорим о йоге. Итак, здесь вы видите определение йоги. То есть йога — это то, что связывает. Оно происходит от корня юдж, юджати ити йога, то есть то, что связывает. То есть так же, как у вас есть лошадь и, как это, лассо. И вы накидываете лассо на лошадь и связываете ее таким образом. И что это за связь? Что с чем связано? Это связь дживатмы и параматмы. И наша задача, или задача йоги, это привести разрозненные понятия, такие как тело, ум, чувства и душу, в единое и направить на одну цель. Это и будет йога. И во второй главе Бхагавад-гиты Кришна дает совет Арджуне: выполняй свои обязанности, у Арджуна, воздерживаясь от всех привязанностей к успеху или неудаче. Такое состояние называется йога. И существуют различные виды йоги. В Бхагавад-гите эти различные виды йоги описываются. Эти виды йоги, рассматриваемые в Бхагавад-гите, называются карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога и бхакти-йога. Давайте попробуем разобраться в этих разных йогах. Хотя мы бхакти-йоги, занимаемся бхакти-йогой, мы также должны хорошо знать о других видах йоги. А поскольку бхакти-йоги предполагаются, должны знать, обладать качествами других видов йоги. Если у человека 1000 рублей, то в эту 1000 входит и 100 рублей, и 500 рублей. Точно так же и тот, кто истинный бхакти-йоги, он внутри также и карма-йоги, и дьяна-йоги, и гьяна-йоги. Карма означает деятельность. Таким образом, карма-йога — это связь с Господом через деятельность. То есть карма-йога означает, мы привязаны к определенной деятельности. То есть часто люди говорят: «О, это моя деятельность, моя карьера, то, что я люблю делать, я не могу это оставить. Я не могу сидеть и воспевать весь день». Хорошо, тогда делай то, что ты можешь для Кришны, трудись для Него. И мы видим, как Кришна говорит в этом стихе Арджуне. В Бхагавад-гите, в 3 главе, Кришна говорит Арджуне, что каждый вынужден действовать в этом мире в соответствии со своими качествами, которые он получил под влиянием гун материальной природы. Поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на миг. Природа души — быть активной. Нам требуется деятельность. Если вы, например, отправитесь к буддистам, иногда люди любят на выходные посещать буддийский храм, то что вы там увидите? Ничего. Там можно сидеть только лишь. Нельзя смотреть, нельзя слушать, нельзя что-либо говорить, там вы не найдете себе друзей. Сиди и медитируй, и ничего не делай.
А люди думают, о, замечательно, ну, может быть, только на пару выходных. Как только приходит понедельник, они бегут на работу со всех ног зарабатывать деньги. То есть можно приостановить деятельность на некоторое время, но невозможно так постоянно. Природа души — быть активной. Если нет деятельности, человек мается, что мне теперь делать, чем сейчас заняться? Потому смысл сознания Кришны в том, чтобы задействовать себя в служении Богу. И потому Кришна говорит Арджуне в этом стихе: «Выполняй свои предписанные обязанности, выполнять свои предписанные обязанности лучше, чем ничего не делать». Человек не может поддерживать даже свое физическое тело без деятельности. Далее Кришна говорит, что даже самоосознавшие себя души действуют. Хотя у них нет причин для деятельности, тем не менее они действуют, чтобы показать пример другим. Правильно? Вы читали Бхагавад-гиту? То есть Кришна там приводит два примера. И первый пример — это люди, которые действуют для того, чтобы показать пример другим. Что за пример? Кто знает, какой пример он приводит? Кто читал Бхагавад-гиту? Из Бхагавад-гиты, конечно. Кто помнит Бхагавад-гиту? Какой там пример приводится? Who are the examples? Какой пример он дает в этом случае? Yeah? Who? Кришна. Да. That's one. Good. Кришна, отлично, один угадал. Yeah, good guess. Молодец, угадал хорошо. Who else? Who's the other person? А кто другой пример? Кто другая личность? Второй пример, кто? No. Нет. He's talking to Arjuna. He's trying to encourage Arjuna. A leader, Guru Maharaj. Huh? A leader. Who? What's the name of the leader? Дашаратха. Джанака. Да, второй пример — это царь, подобный Джанаке. Это чудо назвало имя отца Господа Рамы, а на самом деле в Бхагавад-гите приводится имя Господа, имя отца Ситы. So, anyway, Krishna is encouraging all of us and encouraging Arjuna in particular that you have to work. Хорошо, Кришна, разобрались. Кришна приводит примеры этих двух личностей, чтобы показать, что необходимо трудиться в любом случае. То есть невозможно без деятельности даже поддерживать тело. В этом стихе он теперь описывает, как именно нужно действовать. Действовать в духе жертвоприношения для Вишну. То есть выполнять деятельность для его удовлетворения. Конечно, легко сказать, трудно сделать. Мы все обычно трудимся для собственного удовлетворения. Мы заинтересованы в том, что нам нужно, что нам нравится, а не в том, чтобы удовлетворить Кришну. Посмотрите, Арджуне нужно было сражаться. Ему ради Кришны нужно было убивать своих родственников, своего учителя. И тем не менее он должен был делать это как жертвоприношение, как яги. И так он в таком настроении он мог освободиться от последствий. В этом смысл карма-йоги. В этом стихе 5 главы Бхагавад-гиты говорится, что отречение от труда и труд с преданностью оба хороши для освобождения. Но из этих двух видов деятельность с преданностью лучше, чем отречение от деятельности. Таким образом, карма-йога побуждает людей быть активными и действовать, а не отказываться от деятельности. Иногда люди думают, раз я теперь стал преданным, я больше ничего не буду делать, я брошу свою работу. Я буду просто сидеть здесь и просад кушать. Мы не станем преданными, оставив деятельность. Мы станем преданными, если будем действовать, но для Кришны. Как Дваракадиш Прабу строит большой храм для Кришны. А другие преданные, например, в этом кафе, они очень тяжко трудятся, много деятельности выполняют, чтобы готовить просад и кормить этим просадом людей. Вот это и есть йога. Это истинная йога. То есть сталкиваться с этими всеми трудностями, преодолевать их ради Кришны. Это лучше, чем оставить деятельность. Поскольку отказ от деятельности только беспокоит ум. Следующий стих из Бхагавад-гиты. Тот, кто выполняет свои обязанности без привязанности, предлагая результаты деятельности Верховному Господу, не затрагивают результаты греховных действий, так же, как лист лотоса не смачивается водой. Это условие для карма-йоги. Мы должны действовать, но без привязанности к результату. И также предлагать результаты деятельности Кришне. А это не так легко. Мы можем сказать, я действую, я тружусь для Кришны. Но тогда мы должны предлагать результаты Кришне. Мы обычно предлагаем плохие результаты. Если хорошие результаты приходят, мы наслаждаемся.
А мы должны быть как лотос. Сидеть на воде, а не в воде. Находиться на воде, а не в воде. Это очень известный стих Бхагавад-гиты. Ты должен правильно, ты имеешь право выполнять свои предписанные обязанности, но у тебя нет права получать плоды этих поступков. Никогда не считай себя причиной поступков, причиной результатов своей деятельности. Никогда не будь привязан к тому, чтобы оставить свои обязанности. Среди индусов этот стих очень популярен. Особенно первая часть «Карманди Вадхи Карасте», то есть ты имеешь право выполнять обязанности. Но если им прочитать вторую половину стиха, ты должен предлагать результаты Кришне, то им это не так нравится. Мы любим первую часть, а вторую не очень. Итак, это карма-йога, выполнять свои обязанности без привязанности. И действуя таким образом, мы культивируем или развиваем знания. И поднимаемся на следующий, более высокий уровень йоги, который называется гьяна-йога. Карма-йога означала связь и контакт с Господом, связь с Господом через деятельность. Гьяна же йога означает связь с Господом через знание. И что значит заниматься гьяна-йогой? Это значит изучать священные писания. И в понятие священные писания входят веды, упанишады, веданта-сутра и философия санки. Мы изучаем Бхагавад-гиту, это гита-упанишад. Также мы изучаем комментарий к веданта-сутре или Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам также содержит в себе философию санки в разделе учения Господа Капилы. Кто знает, в какой песне Бхагаватам описывается учение Капилы? И гьяна-йога — это аналитическое изучение материальной природы через элементы этой природы. Посмотрите, в этой таблице нарисовано, как из одних элементов выходят другие. А творение развивается от тонких элементов к грубым. То есть самым тонким среди грубых материальных элементов является эфир. И вот если посмотреть на левую колонку таблицы, то среди всех грубых элементов самым тонким является эфир. Он появляется первым, поскольку он самый тонкий. И даже в Библии говорится, что вначале было слово. То есть, и когда Шрила Прабхупада услышал это, он сказал, да, все верно. То есть, это ведическая философия. И какое слово вначале было, кто знает? Ом. Tapa, yeah, tapa also there, yeah, very good. Да, все верно. So, this is the Bible says the beginning was a word, the Vedas also say, creation comes above, in the beginning is sound. В Библии говорится, в начале было слово, и в Ведах говорится, что в начале был звук, поэтому эти философии совпадают. То есть в рамках эфира возможен только звук, то есть всех остальных элементов еще не существует. И через звук мы получаем органы чувств, такие как уши. То есть это познающие чувства, уши. Есть два вида чувств, кармендрия, генендрия, то есть познающие чувства и действующие чувства. Уши относятся к первому чувству в разделе познающих. Итак, когда эфир соприкасается или развивается в материальной природе, то следующим элементом из него выходит, появляется воздух. И в рамках воздуха проявляются такие элементы, как уже помимо звука появляется еще и касание. Мы же чувствуем движение воздуха, вернее, благодаря воздуху мы чувствуем, как нас окутывает или касается прохлада. Мы не можем видеть воздух. Мы не можем попробовать воздух. Мы не можем понюхать его. Но мы можем через воздух ощутить звук и прикосновение. И чувство познающее, которое появляется вследствие этого, это кожа. Третий элемент, который проявляется, это огонь. И благодаря огню появляется форма. То есть в рамках огня уже присутствует звук прикосновения и форма. И так появляются познающие чувства глаза. Из огня проявляется вода. И теперь появляется помимо звука прикосновения и формы, теперь вкус. И последним грубым элементом является земля. Тут уже присутствует запах. И познающим чувством является нос. Подобным образом гьяна-йоги анализируют все аспекты материальной природы. Они пытаются понять, что стоит за всеми этими элементами. То есть вот в этой таблице мы рассматривали появление пяти познающих чувств гьянендрия.
Познающие означает, что мы получаем некоторое знание через эти пять чувств. Через уши, кожу, глаза, язык и нос. То есть эти чувства сами по себе не являются источником знания. Мы лишь получаем это знание через эти чувства. Например, если вытащить глаз, то этот глаз сам по себе формы видеть не будет. Это живая душа сквозь эти органы, как сквозь особые приборы, созерцает или воспринимает окружающий мир. And then five working senses. Теперь пять действующих чувств. Руки, ноги, желудок. Нам нужен желудок, чтобы переваривать пищу. Гениталии как репродуктивный орган. И анус как выводящий орган. То есть это действующие, пять действующих чувств тела. И также существует тонкое тело. Это все материально. А теперь мы говорим о внутренних чувствах или о тонких. А эти чувства тонкие, потому что мы не способны их видеть как-либо. Но мы все знаем, что у каждого человека есть ум, есть какой-никакой разум, ложное эго и сознание. То есть гьяна-йога разбирает и анализирует вот эти все различные понятия. Здесь приводится, так сказать, сумма или общее число этих элементов, которые поддаются анализу в санкхи-йоге. А как описывает Бхагавад-гита, этих элементов 24. Вывод гьяна-йоги. Материальный мир создан, состоит из 24 элементов. Но за всем этим дизайном, за всем этим творением должна стоять какая-то личность. И гьяна-йога говорит, что это все создано личностью, Богом. То есть это все не результат слепого случая. Внутри тела находится душа, следующий постулат гьяна-йоги, который отличается от тела. И расположена душа в районе сердца, там же находится сверхдуша. И результатом или выводом гьяна-йоги является то, что необходимо медитировать на Верховного Господа. В результате знания и анализа этого знания гьяна-йог приходит к пониманию необходимости медитации на Верховного Господа. И следующий уровень йоги называется аштанга-йога. Аштанга-йога означает 8 ступеней, 8 разделов. Люди, как правило, любят заниматься третьим, сразу переходят на третью ступень асана, но все остальные почему-то не принимают во внимание. Особенно первые два пункта они не любят. То есть, если сказать человеку, что необходимо следовать определенным регулирующим принципам, определенным правилам, они скажут, что это не так важно, важно стоять на голове или там ноги закидывать куда-нибудь. В Китае очень популярны различные методики йоги, и индусы приезжают специально, чтобы обучать йоги в Китае. И они позиционируют себя, я буду обучать йоги, я закончил и университет йоги в Индии там, и так далее. У меня есть степень специальная учителя йоги. Но ни одного из таких учителей, кого я повстречал, никто из них не был вегетарианцем. Они даже первого пункта, первой ступени йоги не выучили. Поскольку цель йоги — научиться контролировать чувства. И это, конечно же, всего лишь начало йоги. Человек должен следовать каким-то правилам, предписаниям, контролировать чувства. Без контроля чувств, без правил и предписаний — это просто цивилизация животных. После чего уже идет третья ступень, называемая асана, то есть сидячие позы для того, чтобы тело было гибким. После чего человек может переходить к пранаяме или к контролю дыхания. А третья ступень нужна, чтобы тело было гибким, чтобы человек мог сидеть длительное время без движения. Поскольку после пранаямы, посмотрите, идет уровень пратихары, дхараны, дьяны и самадхи. То есть это все уровни, относящиеся к медитации. То есть человек должен быть способным сидеть, не просто сидеть, а сидеть неподвижно. Но люди этого всего не знают. Все, что они знают, это может быть немного третью ступень, асану. Ну или некоторые люди еще доходят в своем развитии до четвертой, немного пранаямы, контроль дыхания. И для того, чтобы подняться на этот уровень аштанга-йоги, человек должен пройти предыдущие уровни, то есть обладать знанием. Мы можем как раз с вами проследить связь между этими различными уровнями йоги, начиная с карма-йоги. То есть и совершенством этой йоги является самадхи или полное отстранение своего сознания от внешних факторов. А кто знает, в какой главе Бхагавад-гиты Кришна описывает этот вид йоги? И Арджуна, услышав это объяснение, сказал, это невозможно, это очень трудно.
Но в наши дни люди почему-то думают, что они все лучше, чем Арджуна. Арджуна такая великая личность, и тот признался в том, что не способен действовать так. Таким образом, этот вид йоги не для людей нашего века. Мы видим здесь стих из 6 главы Бхагавадгиты. И первым условием для практики такого вида йоги, посмотрите, сразу говорится, вам не следует делать это дома в своей уютной комнате, следует отправиться в уединенное место. Люди часто любят говорить, да, я занимаюсь медитацией у себя в комнате, закрою занавески поплотнее и занимаюсь медитацией. На что можно сказать, что вы очень хорошие имитаторы йоги. Настоящие йоги уходят далеко от дома, в уединенное место, в леса, в горы, и там занимаются практикой. И здесь как раз это и упомянуто. И дальше, придя в уединенное место, необходимо разложить траву куша, взять шкуру оленя, поскольку шкура оленя, она распространяет специфический запах, который отпугивает змей. То есть человек должен уйти в одинокое уединенное место, в идеале это должно быть святое место. И далее говорится, человек должен сидеть неподвижно, медитировать, сосредоточив свой ум на одной точке. Наверняка все из нас знают, как трудно контролировать ум, когда мы, например, воспеваем Хари Кришна. Представьте, насколько же сложным является сосредоточить ум таким образом, как здесь описано. Это очень сложно для людей нашего века. А здесь рассказывается, как необходимо сидеть. То есть необходимо, чтобы шея, голова и тело человека было в одну линию. То есть выровнять в одну линию и сосредоточиться на кончике носа. Не то, чтобы посмотреть по сторонам и все разглядывать. Или просто закрыть глаза совсем. Если вы будете смотреть повсюду, вы будете отвлекаться. Если вы закроете глаза, вы просто заснете. Поэтому необходимо держать взгляд сосредоточенным на кончике носа. И здесь говорится так, с непоколебимым умом, подчиненным умом, свободным от страха. Представьте уединенное место, полностью один, но вы при этом не испытываете никакого страха, вообще ни о чем не думаете. И полностью свободны от сексуальных отношений. Маловероятно, что кто-то будет способен заниматься таким видом йоги. Но это требование для этого вида йоги. Вот почему даже Арджуна 5000 лет назад сказал, это не для меня, я не смогу так действовать. Но вот как раз здесь слова Арджуны. This system is not practical. It's the mind. My mind is restless and unsteady. Арджуна сказал, что этот вид йоги для меня не подходит, поскольку мой ум беспокоен и непокорен, а нестабилен. А при этом Арджуна был великой личностью, он был членом королевской семьи, он был зачат лично Индрой и был другом Кришны. И также он был человеком высоких нравов, то есть у него были возвышенные качества. И при всем при этом он сказал, что я не могу этим заниматься. Поэтому Кришна сказал, что мой ум беспокоен, упрям и очень силен, у Кришна. И подчинить его, я думаю, более сложно, чем управлять ветром. После чего Кришна сказал, возможно контролировать ум, но с помощью соответствующей практики и отречения. Вот пример еще одного великого йога, который практиковал эту йогу и испытывал трудности. Собхари Муни, он сидел и медитировал на дне Ямуны. Но его ум взволновала сцена двух совокупляющихся рыбок. Конечно же, еще одной причиной к его трудностям послужила вайшнава-апаратха. Он совершил оскорбление по отношению к Гаруде. И результатом этого оскорбления стало прекращение его медитации. Его ум потерял контроль. Он оставил свою медитацию, вышел из Ямуны и отправился жениться. Интересная история, что Собхари Муни, когда вышел из Ямуны, отправился к царю, который в тех краях правил, он сказал, я хочу жениться. И царь сказал, ну если какая-либо из моих дочерей выберет тебя, окей, хорошо. Но он был йогом долгое время, сидел на дне Ямуны, и поэтому не сильно презентабельно выглядел.
И, естественно, ни одна из принцесс королевской крови не вдохновилась выйти замуж за него. Но поскольку он был йог и обладал определенной мистической силой, то он превратился в прекрасного юношу. И потом пришел в этом вдохновляющем облике снова, и все принцессы сразу захотели выйти замуж за него. И поэтому у него сразу стало 50 жен, по-моему. После чего он опять принял облик йога, вернулся в лес и стал там совершать аскезы, и жены отправились за ним совершать тапаси. Это not only. Это не, пример Субаримуни, это не единственный пример йога, который совершал медитацию и потерпел в этом некоторые поражения. Вишвамитра Муни также медитировал. Даже Господь Шива потерпел некоторую неудачу. Таким образом, такой процесс медитации очень опасен. Теперь поговорим о бхакти-йоге, что означает связь с Господом через преданное служение. То есть вот цитата, которая говорит о принципе преданного служения. «Хришикена хришикеша севанам бхакти ручьете». Бхакти означает использование своих чувств служения Господину чувств хришикеша. То есть Кришна — это хришикеша, обладатель или хозяин наших чувств. И мы должны использовать наши чувства в служении Ему. Здесь, в этом стихе 7 главы Бхагавад-гиты, описывается квалификация для людей, которые могут заниматься, начать заниматься преданным служением. Для этого они должны были заниматься благочестивой, негреховной деятельностью в прошлых жизнях. Но однажды преданные пришли к Шиле Прабхупаде и спросили: «Прабхупада, мы стали преданными, потому что в прошлой жизни были благочестивы? Мы здесь все находимся, потому что в прошлом мы совершали эти благочестивые поступки? Скажите истину». И Шрила Прабхупада ответил: «Да, благодаря милости, благодаря тому, что я создал ваше благочестие». Много на самом деле людей, которые более благочестивы, чем мы, но их благочестие не делает их преданными. Оно всего лишь является мирским благочестием. Но наше благочестие связано с Кришной, мы преданные Кришне. Мы получили возможность так или иначе встретиться с преданными, пообщаться с ними и таким образом стать благочестивыми. Вот такова квалификация для преданного служения. Поэтому мы и здесь. Это то, что называется агьята сукрити или неосознанная благочестивая деятельность. В стихе из 18 главы Бхагавад-гиты Кришна также описывает деятельность, которой должен заниматься преданный. Всегда думая о Кришне. А следует думать о Кришне, следует поклоняться Кришне, предлагать свои поклоны Ему. И так мы сможем прийти к Нему. В этом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Оставь все виды религии, просто вручи себя мне, я избавлю тебя от всех грехов». Итак, бхакти-йога очень проста в практике, очень подходит для нашего века Кали. Нам не нужно заниматься религиозной практикой, в которую совершали в Трета-югу, совершать пышные жертвоприношения. Нам не нужно заниматься сложной практикой медитации, которая очень аскетична и трудна сама по себе. Что же мы тогда можем делать? Мы можем поклоняться Кришне у себя дома или в храме, если мы настолько удачливы, что живем рядом с храмом. Мы можем повторять святые имена Хари Кришна повсюду. Йог может медитировать какую-то часть дня, но мы можем медитировать и воспевать святые имена весь день. Все, что мы делаем, должно быть медитацией на Кришну. В конце 6 главы Бхагавад-гиты Кришна дает определение йога. Лучшим из всех йогов является тот, кто с великой верой находится во мне, думает обо мне внутри себя и совершает трансцендентное любовное служение мне. Он самый близкий, он ближе всего связан со мной в йоге, и он является высшим среди них, таково мое мнение. То есть здесь Кришна описывает высшего среди йогов. А здесь вы видите лестницу йоги. Карма-йога — это нижняя перекладина, работает для Кришны. Потому что для этого не нужно особой квалификации. Просто работай, но для Кришны. I'm doing it for Krishna Prabhu. Why? They told me just do it for Krishna. Что вы делаете? Почему вы трудитесь для Кришны? Я не знаю, мне просто сказали, делай это для Кришны. Мы можем не знать Писание, не читать много. Не слушать особо еще много, достаточно знания. Ну, просто трудимся для Кришны. И поскольку мы трудимся для Кришны, стараемся делать это для Него, Он дает нам знания. Кришна очищает наше сердце, и мы начинаем понимать больше. И так поднимаемся на уровень гьяна-йоги.
Гьяна-йоги обладает знанием, он знает. На основе знания он уже понимает, Господь в моем сердце, а я его слуга. И чем больше через сердце ему открывается трансцендентное знание, тем он больше склонен медитировать на Господа в сердце. И в процессе такой постоянной медитации на Верховного Господа в сердце, он приходит к пониманию, что он должен не просто медитировать на него, а что-то делать для него. А, к сожалению, в новых изданиях книг Прабхупады это нет картинки, а в старых изданиях она была. Там изображение йога, который сидит такой очень сосредоточенно медитирует, и потом, когда его медитация достигает совершенства, он тут вскакивает, начинает танцевать и петь. Таким образом, те, кто находится на высшей ступени лестницы йоги, бхакти-йоги, они в этом же смысле и дьяна-йоги, гьяна-йоги, и карма-йоги. Карма-йоги отречены от результата. Бхакти-йоги тоже знают, что все принадлежит Кришне. Результат деятельности предлагается Кришне. Преданные бхакти-йоги, они также гьяна-йоги, поскольку они знают, что Господь в моем сердце, и мои чувства — это Его чувства. Преданные знают о действующих чувствах, о познающих чувствах. И также преданные — это дьяна-йоги, то есть они медитируют, они постоянно думают о Кришне, если постоянно воспеваем Его святое имя. Так мы можем видеть, что бхакти-йога включает в себя все остальные предыдущие уровни. Так, что из себя представляет наука о бхакти-йоге? На совершенном уровне Кришна отвечает нам. И практически мы совершаем бхакти-йогу. То есть занимаемся практическими видами деятельности, слушанием, повторением, памятованием. В результате этого получаем собственный трансцендентный или духовный опыт того, как Кришна отвечает нам в результате нашей практики. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Тем, кто с любовью и преданностью постоянно поклоняется мне, я даю разум, при помощи которого они могут прийти ко мне». И мантра, святое имя — это мантра, то есть то, что очищает ум. Это истинный смысл бхакти-йоги. Здесь перечисляются различные выдержки из священных писаний о святом имени. Хари Кришна мантра — это ведическая мантра. Здесь приводится цитата из Кали Сантарана Упанишад. Бану с вами Махарадж, я слышал, недавно был во Владивостоке, он рассказывал, как однажды на открытии храма Искон в Тирупати, там открылся новый храм Искон, его один из местных браманов спросил: «Свамиджи, какую мантру вы повторяете, какой мантрой ведической пользуетесь?» И Бану с вами ответил: «Хари Кришна мантрой», на что браман сказал: «О, это очень хорошо, Хари Кришна мантра — это ведическая мантра». То есть наше воспевание авторитетно, оно пришло из священных писаний. Посмотрите сюда. Жизнь — это путешествие. Это поездка. Мы видим здесь на картинке две шпалы. Два рельса. Поезд движется по двум рельсам. Если эти два рельса находятся не на одном уровне, то поезд опрокинется. И два этих рельса представляют собой материальную деятельность и духовную деятельность. То есть это означает делать все, что мы можем, что требуется для честной жизни. И должны избегать греховной деятельности. То есть не работать в какой-нибудь мясницкой. Найдите какую-нибудь тогда другую работу. И духовная деятельность. Господь Кришна может ответить преданному, который находится только на уровне чистого преданного служения. То есть Кришна через своего преданного может совершать непостижимые вещи. Прабхупада говорил, что невозможно — это слово из лексикона дураков. По милости Кришны все возможно. Итак, вывод. Йога — это связь с Господом. Итак, бхакти-йога, существует много видов йоги. Бхакти-йога является высшей системой йоги. Господь лично отвечает нам на стадии совершенства. И мы можем получить опыт такого ответа от Кришны. Таким образом, бхакти-йога — это наука, это научный процесс. То есть процесс означает, если вы ему следуете, вы получите результат. Как Кришна говорит в Бхагавадгите: «Кто как мне предается, так я ему и отвечаю». Если человек полностью предается, Кришна полностью отвечает такому преданному. В этом состоит наука бхакти-йоги. Итак, мы не просто материальные тела, мы духовная душа, Господь Кришна — сверхдуша, у нас есть особые отношения с Кришной, и нам следует понять наши отношения с Кришной через бхакти-йогу.
И благодаря бхакти-йоге мы можем вернуться обратно к Богу. Харе Кришна. В строгом смысле слова, это презентация для совсем новых людей. Я ее показываю обычно в клубах йоги для новичков. Есть какие-то вопросы? Последний стих Шукшаштаки, Господь Читание говорит, что независимо от того, обнимешь ты меня или разобьешь мое сердце, не появляясь, ну, мне на глаза, ты останешься Господом моего сердца, для меня Господом моего сердца. Сам стих подразумевает, что Кришна — это личность, и он иногда может поступать, ну, не так, как мы думаем и планируем. И вот этот стиль, который может показаться какое-то противоречие, что сколько ты мне предаешь, столько я тебе отвечаю. Как вы можете прокомментировать этот момент? So you're referring to the last verse of the Shikshastikam, which is actually the speaking of Shrimati Radharani. Тот стих Шикшаштаки, на который вы ссылаетесь, это на самом деле стих, который произнесла Шримати Радарани. Lord Chaitanya, in speaking in this verse, he's giving us, revealing to us the mood of Shrimati Radharani. Господь Чайтанья этим стихом демонстрирует нам настроение, которое испытывает Шримати Радарани. So it's describing the very highest, ultimate stage in devotional service. Что означает очень высокий конечный уровень преданного служения, состояние преданного. We have no experience of this kind of love in the material world. У нас нет опыта такого вида любви в материальном мире. You know, does your wife tell you, my dear Prabhu, if my distress makes you happy, that is my happiness. Не скажет жена вам так: мой дорогой Прабху, если мое несчастье сделает тебя счастливым, то для меня это несчастье будет счастьем. Yeah. Like так же ведь? Your wife says that? Или говорит? Because that love is not here in the material. That's the highest love in the spiritual world. Это вполне понятно, это естественно, поскольку такой вид любви не встречается в материальном мире, это любовь духовного мира. So, when we develop that kind of love for Krishna, then that is actually transcendental pleasure. Но когда мы сможем развить такое настроение по отношению к Кришне, тогда это будет вид трансцендентного блаженства. Но это высший ответ, то есть это выше всех прочих каких-либо условий. To cry for Krishna. Плач по Кришне. Гур Говинда Махарадж used to speak about his temple in Bhubaneswar. He said, I am creating a school, a crying school. I want people to cry for Krishna. Гуру Говинда Свами так говорил однажды на лекции в своем храме в Бхубанешваре. Я создал школу плача, где можно учиться плакать по Кришне. That crying for Krishna, that is pure love. А плач по Кришне — это чистая любовь к Нему. The gopis' feeling of separation from Krishna, the fire, the pain, and that was the highest ecstasy, the greatest pleasure. Гопи, чувствуя разлуку с Кришной, плакали. Это ж любовь, боль разлуки жгла их сердца, но вместе с тем это было высшее трансцендентное блаженство для них. Because the gopis gave up everything for Krishna. Поскольку гопи пожертвовали всем ради Кришны. They did not care what their families thought about them. Их не заботило то, что семья, их близкие подумают о них. They did not worry about getting a bad reputation. Они не заботились о том, какая у них репутация будет, целомудренных или нет. They didn't even worry if they were properly dressed or not.
Их даже не заботило, как они там оделись, правильно, неправильно. Как только Кришна начинал играть и звать таким образом, они тут же устремлялись к нему. Поскольку они настолько любили Кришну. Но на более низких уровнях мы говорим просто о предании Кришне. Я помню, когда я впервые побрил голову, я подумал, я предался Кришне. То есть, что я еще могу сделать? Я уже побрил голову. Surrender goes a bit more than, oh, now I'm following four principles and chanting 16 rounds. I'm really surrendered. То есть, когда еще четыре регулирующих принципа, 16 кругов, тогда я полностью предался. It's good we've come to that stage and Krishna reciprocates. Если мы поднимемся на этот уровень, Кришна будет отвечать нам. But there's a lot more. There's many more stages to go. Но до этого еще много уровней. And as we move, as we go through the different levels, Krishna reciprocates more and more. Но с каждым уровнем, который мы проходим, Кришна отвечает нам все больше и больше. Sometimes Krishna takes away our attachments. Постепенно Кришна забирает все больше и больше наши привязанности. Sometimes Krishna gives you things which you need so you can serve him better. Иногда, вернее, Кришна дает в первую очередь то, что нам нужно для того, чтобы мы лучше служили Кришне. You know, Prabhupada described, he had a business when he was a young man, he had a business and he had a car and he was thinking, I will make money and give it to my guru. Прабхупада рассказывал, как он в молодости думал, что вот я, у меня бизнес, у меня, я заработаю деньги, отдам их гуру. But Krishna took it all away. Но Кришна забрал у него все. И в итоге Прабхупада даже должен был покинуть свой дом и уйти из него. But then Krishna gave him more. Но впоследствии Кришна дал ему больше. He was thinking at first Krishna has taken away everything. И потом Прабхупада понял, что Кришна забрал у меня все. But then Krishna gave him much more. Но взамен дал несравнимо больше. He gave him a home all over the world. Он дал ему взамен весь мир. He gave him children who loved him more than his own children. Он дал ему столько детей, которые любили его гораздо больше, чем его собственные дети. And he sent rich men to help him build the temples and print the books. И послал ему богатых людей, которые помогли ему построить храмы и напечатать книги. And so Prabhupada saw Krishna reciprocating for his service. И Прабхупада таким образом увидел, как Кришна ответил на его искреннее служение. So there, of course, then there's higher levels of loving service. Конечно, это высокие уровни любовного служения. Когда человек поднимается на этот уровень, он просто хочет быть привязанным к святому имени, испытывать вкус и привязанность к святой Дхаме. Прабхупада всегда хотел вернуться на святую землю, быть во Вриндаване. Шрила Прабхупада всегда говорил, Вриндаван мой дом. Так развивается все больше глубокая привязанность к Кришне. Таким образом, существуют просто разные уровни преданного служения. И чем больше мы проходим эти уровни, тем больше мы понимаем. Никогда нельзя сказать поэтому, что я все сделал в преданном служении, теперь мое преданное служение совершенно.
Всегда есть что улучшать, делать больше. И когда мы так совершаем усилия, Кришна отвечает нам на наши попытки. Прабхупада создал благочестие нынешних преданных, да? А что насчет детей таких преданных? Это какие-то особенные души? Oh, yeah. Children born in the family of devotees are very, very fortunate. I mean, it's an indication that in their previous life they must have also practiced some devotion of some Krishna consciousness. О, да. Дети, рожденные в семьях преданных, это очень удачливые души, благочестивые. Это означает, что в прошлом они уже занимались преданным служением. В 6 главе Бхагавадгиты Кришна описывает судьбу йога, который не достиг успеха в своей практике. Если такой йог занимался духовной практикой долгое время, но тем не менее не достиг успеха, он рождается в семьях преданных. Прабхупада говорит, я сам был рожден в семье преданных. И его духовный учитель Бхакшила Бхактисиддханта Сарасвати также был рожден в семье преданных. Children born in family of devotees are very special, and we should certainly take a lot of care to make sure they get every opportunity to cultivate their Krishna consciousness and go back home back to God. И поэтому дети, родившиеся в семьях преданных, они особые личности, и они уже занимались преданным служением, и поэтому необходимо очень много заботы и внимания, чтобы дать этим личностям возможность достичь совершенства в сознании Кришны. Нужно побеспокоиться о том, чтобы ребенок больше не получил рождения в материальном мире, помочь ему.